Всем привет, меня зовут Владимир, и в этом видео я расскажу вам о том, как улучшить ваш сайт. Сейчас создать сайт достаточно просто, может сделать в принципе это каждый, и для этого не нужно уже особых знаний, опыта. Есть много специальных скриптов, которые позволят вам это быстро сделать, есть сервисы специальные. Также можно, конечно, воспользоваться чьими-то услугами, но заниматься улучшением сайта, продвижением сайта все равно будете вы. Поэтому вам непосредственно я хочу дать некоторые советы. И, в принципе, такие советы я буду выпускать и в следующих видео. Посмотрим, как зайдут эти видео. Если вам понравится, то буду продолжать и делиться с вами другими полезными фишками. Первый совет, который я хочу вам дать, он, конечно, покажется очевидным, но все-таки некоторые люди, которые начинают создавать сайт, они немного забивают на внешний вид. Они могут оставить какие-то недоделанные вещи на сайте, оставить какую-то картинку, которая, к примеру, не подгружается, либо текст с ошибками написан, либо ссылки, которые не открываются по переходу на кнопку. В общем, такие вещи нужно искоренять и не допускать, потому что человек может заблудиться на вашем сайте, подумать, что он вообще не рабочий из-за того, что у вас где-то что-то не подгрузилось, и уйти из него, и ничего у вас не купить или не сделать какое-то действие, которое вы хотели от него. И второй совет, который я хочу дать, он более основательный, заключается он в заголовках. Зачастую люди не используют заголовки на своем сайте вообще, но по статистике производили специальные анализы на сайтах. Человек, попадающий на ваш сайт, первым делом ищет заголовок, и он обращает внимание сперва на заголовок, который в самом верху вашего сайта. 5 секунд. Глаза пробегают по этому заголовку, если его ничего не заинтересовало, он просто выйдет с сайта, даже не будет пролистывать его дальше. Поэтому ваш шанс удержать человека на сайте — в первую очередь написать хороший, правильный заголовок. Как это можно сделать? Есть такая технология, называется 4U-заголовки. Вы можете вписать это в Гугле, и вы даже наткнетесь на сервисы, которые генерируют эти заголовки и помогают вам создать правильный. И давайте разберем, как же создаются такие заголовки. В заголовке есть 4 составляющих. Первое – это полезность. Что такое полезность? Это то, что вы сделаете для вашего пользователя. К примеру, если вы создали сайт по продаже своих услуг, к примеру, создание уникальных превьюшек для видео. Превьюшки для видео сейчас, в принципе, актуальны. Люди все больше и больше создают YouTube-каналы, и превью реально помогает сделать ваше видео более заметным. В похожих видео, когда показываются рекомендуемые видео на YouTube. Так что превью имеет большое значение. Так вот, ваша полезность такой услуги будет создание яркой, вызывающей превьюшки. Второй важный фактор в заголовке – это специфичность. Насколько лучше ваша услуга, насколько она даст больше пользы, пишите прям в цифрах. Например, уникальная красивая превьюшка, которая увеличит в 2 раза клики по вашему видео. Это уже ваша специфичность. Третий пункт, обязательно, который должен присутствовать в вашем заголовке, это скорость. За какое время ваша превьюшка даст результат? Получается, красивая превьюшка, которая увеличит в 2 раза клики по видео, уже через день, да, или уже через час после загрузки видео. И четвертый пункт – это уникальность, с помощью чего вы добьетесь этих результатов. Так и пишите, что с помощью ярких желтых заголовков. То есть вы будете придумывать такие же заголовки на превью, как, к примеру, пишут в желтой прессе. Вызывающие, которые вызывают интерес у пользователя. С помощью вот этой функции, допустим, фишки, вы будете создавать интересные заголовки для превью. Вот такие советы вы применяете и на своем сайте. Также пишите заголовок, и человек должен понять, что вы ему, какую пользу даете, во сколько раз это увеличит его показатели, с помощью чего это будет достигнуто. Если вам понравилось это видео, хотите продолжение, чтобы я снял вам следующий совет по продвижению сайта, по продвижению ваших проектов, то ставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Мне будет приятно вам рассказать ту информацию, которая у меня имеется.